День космонавтики – праздник исторически значимый для каждого россиянина. 12 апреля, в день первого полета человека в космос, по всей стране проходят открытые уроки, посвященные освоению космоса. В историко-культурном центре к школьникам пришел наш земляк Сергей Мощенко. Для него звезды были ближе, чем для многих других. Эти встречи проходят с большим успехом. Мы приглашаем как маленьких ребятишек, так и средний возраст, приглашаем и старшеклассников, и студентов. И всегда это вызывает живейший интерес, ибо это можно рассматривать как профориентацию для выпускников наших школ. Сергей Мощенко – летчик, космонавт-испытатель. О глубинах космоса начал мечтать еще со школы. С того самого дня, как к ним в класс на такую же встречу пришел второй космонавт Земли. Нам в школу обещал Гагарин приехать после своего полета, а приехал Титов. Ну и как он выступал, как его встречали, как он рассказывал, как он стихи читал. И вот это общее отношение к нему, добра такого, и он такой светлый человек. И вот мне там захотелось стать космонавтом. Теперь, по примеру Германа Титова, Сергей Иванович сам ездит по школам России. На собственном примере он убеждает детей, что космос ближе, чем кажется. Нюансы и хитрости профессии раскрывает на примере любительских фильмов о подготовке отряда космонавтов. В кадре его друзья и, конечно, он сам. Видите, это первая наша горка. Встреча вызвала большой интерес у ребят, ведь, как оказалось, профессия космонавта по-прежнему популярна у детей, а космос все такой же таинственный и манящий. Я хочу стать космонавтом, потому что это самая интересная профессия, когда ты вылетаешь в космос и смотришь за звездами, которые могут иногда меняться. Хотела бы побывать в космосе, чтобы увидеть, какие там звезды, планеты. Я считаю, что космонавт – это очень интересная профессия. Можно открывать новые галактики, планеты. И, ну, это, конечно, опасная профессия, но я бы все равно хотела быть космонавтом. Мне нравится космос. Я хочу изучать много новую, открыть планету и увидеть звезды. Хочу стать космонавтом, потому что это очень рискованная профессия, и можно открывать новые планеты, галактики, и потому что там очень много платят. Как говорится, выбирая профессию, выбираешь судьбу. Кто знает, может, именно из этих школьников вырастут будущие космонавты-испытатели, как когда-то из видновчанина Сергея Мощенко.